Terra Mobile дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняет в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконной организации и проведения азартных игр. А по версии следствия, в августе 2016 года обвиняемый организовал игровой клуб под видом букмекерской конторы в съемной квартире города. В помещении были установлены компьютеры с азартными играми. Злоумышленник, будучи администратором, лично принимал ставки и выплачивал клиентам выигрыш. В декабре 2016 года незаконная деятельность подпольного казино была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские изъяли из квартиры игровое оборудование и выручку свыше 30 тысяч рублей. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.